спросил охранницы, как зайти? No, no, this shop. Oh, thank you very much. You're welcome. Вот он. Давай зайдем. This is sports store. We will try to change money here. Ah, hello. Can I change money here? Yes. Okay. А я хотела, говорю, давай шоколадку для хозяев, купим шоколадок угостить. Ты говоришь, зачем еще угощать? Здесь было за что угощать. Вер, у меня запись уже идет, а запись ограниченная. Блин, давай не будем болтать. Паста 17.50 рупис. Рискоза 50 граммов. Бутон дор 17 рупис. For my nature, 25. Spices. Сахар, чили, гарлик соус, 340 грамм, 17.50. Ванилла ти, стробери ти, 23 рупис, лемон ти, 18 рупис, 50 грамм. The breakfast 26 rupees, jams here, mango jam 20 rupees. Не хочешь манго джем здесь? 20 рупий. Нет, что-то. А. Нет, тут. Давай свежее есть. Молодец. Нет, лис. Вон есть, смотри. Шоколадная паста. Что это? 60 рублей. Мило. Ну только если это сколько какао. Сколько рупий, скажи? Наверное, 34. 34. Если 34 это просто рупий. Какао. А вот это почти 100. 100 рупий? 95 рупий. Мама! А вот это, наверное, с орехами. Минус продукт 16 рупий. Кофе, Nescafe Classic, 200 граммов, 120 рупий. Кофе, эспрессо, 104 рупий. Поставь тележку туда, поставь. Well, 50 coconut milk. Milk powder, 125 rupees.
6 rupees. Biscuits. Here, пошли. Lentils, 12 rupees. Toilet paper. Вер, не хочешь туалетную бумагу взять? Toilet paper. Сколько, мне кажется, что у нас хватит, и мы еще сюда будем. Vegetable flour. Сколько масла стоит? Oil. О, не вижу сколько. 45 rupees. Yes. One bottle. Не так и дорого, Вер. 45 это 10 рублей. Это 10 рублей. Нет, 9 рублей. А, ну да. Ну подожди-ка, за 30 копеек мне купить. Oil, cooking oil. 39 rupees. 39 rupees. 40-25 rupees. Ну есть какой-то дешевый вот за 22. 22 rupees. Да, то есть есть и дешевый. 20. Басмати райс. Что ты хочешь? Вон там мясное дело, может там рыба, нет? Сыры. Это плавленное с 60-10. Что цена? Нет цены. Сколько она стоит? Интересно. А вот это что, помилон? Помилон тоже цены нет. Apples 29 rupees. Tomatoes. Eight rupees. Может папайю выбрать, а? Мне кажется, вот здесь недорого. Папайя у нас дома весь, квартира завалена папайей. Такой 164 йогурта. 164 рупий. Да, на что не поступим на такое вот ванильное. Лиза, поставь сок, ты не допиваешь и молоко. Ну давай. Ванильное возьми. Сколько оно стоит? 17 рупий. То есть 2 рубля, почти 4 рубля? Да. Рублей. Еще и на тумбе с ванильной.
107. 107 for 4 yogurts. Джинджер эль, 24 рупис, 200 миллилитров. Давайте, что вы хотели? Смотри, мороженое. Вот мороженое, Лиза, нет. Нам нужно крупное, давайте вот такое большое, вот. Давайте-ка большое мороженое. Подожди, это шоколадное, какое еще есть? Вон white almond, смотри. А, это вот таких вот много будет без упаковки, да? Сколько их тут? 6 штук за 100 рупий. Давайте лучше шоколадный. Вот такой, а оно все одинаковое? White almond, чтобы, да. Чтобы его покупать, надо в последнюю очередь сразу здесь. Почему? Оно потает. Ну, дома охладим. Нет, оно потает. Короче говоря, идем сначала рыбу найдем, давай. Потом вернемся и купим. Лиза, сначала нужно купить рыбу, потом мороженое в конце. Смотри, выбираем. А вот еще вы смотрите, какое мороженое. Давайте это лучше. Возьмем такой вот, такой возьмем. Давайте еще одну. В конце, давайте. Идемте за рыбой. А вот разные, смотри, что здесь. Шоколадное и кремовое. Вот такое. Все вот, возьмем, давайте. Все. Да. И коричневая. А, это какие-то Delicious десерты. Fish selection. Это десерты такой. Торт мороженое. Мам, ну хватит. А вон смотри, сколько тут мяса до этого всякого. Или это, по-моему, по типу все заморожено. Вон осьминог, смотри, осьминог вверх. Вированный осьминог крупный. Мам, смотри, осьминог. Не хочешь взять? Сколько у тебя 4 рубля? Нет, вот. Если его не любит. О, я люблю осьминоги. Давай за осьминог. Октопус. Привет очень много разных. Где цена на привет? А это гребешок. А это гребешок. Я его никогда не готовила. Сколько он стоит? Сейчас спрошу. Excuse me, where is smoked marlin? Smoked marlin. Oh, don't have. Нету, нету, нету. Марлина копченого? Магазин, у нас мороженое растает, ты помнишь? Далеко читать. Это нет, мы его прошли. Мы вначале на него пошли, а потом в другую сторону пошли. Да, this ice cream, this... Слушай, чисто шоколадное? Не или... хочу, не надо, не-не, вот такое вот. Вот такое, да. Вкусное. Или вот такое вот, смотри. Шоколадное. Не хочу шоколадное, Вера. Если это будет ерунда, шоколадное будет невкусное, не надо. Ну, а самое вкусное всегда с шоколадом. Вот такое наполовину с орехами. Мам, давай. И розовое, помню, ерунда. Миной. Ты со своим шоколадом будешь дома отъедаться. Крем-брюле. Отлично. О. Пойдем. Все.
Пошли за декас. Вон туда, вон, вон касса. Ну пошли за туалет, сейчас сниму как раз. 3 минуты у меня остается из записи карты. Идем. Вер, контроль ее сумку, пожалуйста. Какие? Как они называются? Это Golden Apples. О, давай. Давай мы попробуем. Давай, возьми Golden Apples. Ну что, довольна мороженое купили, Лиза? Ну, Лиза, танцевать будешь, что мороженое купили? Ну, давай. Ага. Иду сюда, куда? Сюда. А где мешок взять, во что положить? Посмотри, смотри, что здесь. Да, саур суп. Корсол. Где? На площадь подходит, давай. Где мешок взять, во что ложить-то? Вон там, может, дадут тебе. Не нужно, да. Пошли. Идемте. Идемте на кассу, да. Вон туда. Мама, берёшь. Давай только по этому ряду пройдем, где шампунь. За маму, пошли. Шампунь 28-25 рупис. Мам, а ты мне купишь уже либо шампунь? Сколько стоит? Что это? 36 тальк. Рублей, это недорого, а нам нужен, я прав. Возьми, тальк, тети рупис. А вот это вот, что это? Бэби паудер. Тоже да. 24.95 рупис. Бери такую бери. Мы сейчас пользуемся тоже сами. Ходим много. Я хотела еще цену на шампунь. Посмотреть вообще, где шампунь. Мы же прошли их. Это детская. Шампунь 78 рупий, 78, 43, 38. Шампунь. А вот это вот хорошая фирма, здесь, конечно, английская. 21.50 рупий. И 55 рупий. Ты хочешь купить себе что-то? Рупчис 249. Ну вот 66, 78. 66 и 78. Шампунь. Все увидела, что хотела. Да. Идем.
определенно люблю. Насойно.